Всем привет! Сегодня хочу постирать кухонный тюль. Пачкается, запачкался. Использовать буду я вот такое хозяйственное мыло. Натурально. Выглядит оно вот так. Когда начинает стираться, оно превращается вот в такой цвет. Вот. Почему я выбираю это мыло? Оно соответствует всем нормам, 72%, и оно не так сильно пахнет, как такие коричневые мыла. И плюс, я считаю, что мыло все равно дает подтон какой-то вещам. И если стирать более белым мылом, то тогда подтон будет холодный. А если вот тем черненьким, то подтон будет теплый такой. И лучше, когда холодный подтон, тогда изделие кажется более чистым. Хотя они, в общем-то, в любом случае будут чистыми. Развожу марганец. У моего марганца есть такие лопаточки. Вот я беру лопаточку. Раз. И два. Вот две лопатки мне достаточно. Получается достаточно такой темный. Развожу в стакане воды. Вот получается такая сиренево-пурпурная масса. Натираю этот кусочек мыла. Натерла мыло. Растворяю кипятком мыло. Крутой кипяток. Вот в крутом кипятке быстренько растворяется мыло. Добавляем холодной воды, чтобы у меня получилось здесь где-то 30 градусов. Почему кипятком разбавляю? Чтобы быстро мыло растворилось, чтобы оно не осталось кусочками. Долила воды. Теперь выливаю сюда свой марганец. Растворяю его хорошо. Вот такого цвета получилась вода. Она такая тепленькая. Должна быть 30 градусов, потому что это синтетическая штора. Я просто ее туда опускаю. Когда горячая вода, вот этот процесс выделения кислорода идет очень быстро. Прям слышится, как пузырьки лопаются. Когда вода слегка теплая, то этот процесс идет гораздо медленнее. Здесь гораздо дольше надо держать вещь в таком слабом растворе. Чем горячее раствор, тем быстрее реакция происходит, тем быстрее происходит очищение. Все, я оставляю, только завтра утром я выну штору. У меня целая, получается, кастрюля мыла. И это не я намылила, а именно идет именно процесс. Полежала моя тюль, стала белоснежной. Причем я не стирала ее, я ее только опустила туда. Вынимаю, прополаскиваю. А этот раствор оставляю. Он мне еще пригодится. Самое интересное, такой стал, он как будто перламутровый стал. Причем это не хлопья. В нескольких водах полощу, потому что уходит хорошо вот это мыло должно уйти. Оно достаточно жирное, надо в теплой воде полоскать, потому что, чтобы не осталось на ткани. Просто белоснежная штора. Всего лишь полежала ночь в растворе. Я утром прополоскала, и все. Белоснежная. Запах мыла, конечно, присутствует. Даже вот моего запах мыла есть. При всем при том, что это мыло у меня самое менее пахучее. Если готовы мириться с этим запахом, то проще стирки не бывает, реально. Причем этот запах больше остается именно на синтетических вещах, наверное. На хлопчатобумажных не так сильно пахнет. Ну что, всем пока. А я вешать штору.